Hey, guys, с вами Шумики, мы продолжаем бродить игру под названием Under Laylis. Короче, как вы помните, мы убили сестру какую-то та-та-там и получили у нее способность двойного прыжка. Так, потемнейший Розарий. Реликвия, потемнейший Розарий. Немного повышает максимальное здоровье. Розарий, который носит защитники белых шериц. Они проходят тренировки в подземной церкви. И избранные становятся защитниками. Так, хорошо. Реликвии, как я понимаю, я могу только ставить в наших, так сказать, отдыхающих местах, да? То есть, допустим, только здесь. А нет, подожди. Это я могу надеть 7 штук. Занимает один слот. Занят один из один. Ладно. Ну да, в принципе, работает, походу, как в этом. Так, у меня сейчас какая мысля есть. Смотрите, я могу... по карте пойти туда, где еще есть локация. Ну, походу, ладно, давайте просто будем пока что идти, а дальше разберемся. Хотя, ладно, я сейчас сбегаю, подождите туда. Или, хотя, знаете, нет, я, наверное, пока что буду идти дальше по сюжету, пока не получу быстрое перемещение. Потому что через быстрое перемещение мы уже тогда сможем ниже тэпнуться и подняться сразу наверх. А пока что просто гуляем. Так, дальше у нас с вами, если не ошибаюсь, дворец был. Ой, подожди, а мы выставили или нет? Я не помню, как мы, когда мы шар успели выставить. Способность. Ты в порядке? Поберги силы, давай отдохнем. Ну, музыка приятная. Так, давай, пока я не забыл, духов надо поставить. То есть я могу сразу, ну, допустим. О, видите, теперь со мной это стоит. Так, по идее, да, она восстановилась. Ну, посмотрим, как это будет комбинироваться. Так, что это за крас, призывающий скверну, дождь смерти. Странный мостик, он случайно не хрупкий. Так, она что-то чувствует. Это ужасная картина, я увидел, как только добрался сюда. Все жители или стали оскверненными, или были убитыми ими. Я издавна связан со шрицами. В этом теле я могу... смогу стать твоим проводником, но буду мечом, отгоняющий их. Или отгоняющий скверну. Как странно. Неужели я похож на человека, который бросит ребенка под таким дождем? Что же, пойдем. Ухманай, что это за херня? Может, она тебя помнит?
Похоже, она утратила сознание до погружения в безумие. Кажется, оно не враждебно, но все же лучше быть с этим поосторожнее. Письмо Глои. Дорогой Бейл, спасибо тебе за долгую службу возницы для белой жрицы-защитниц. Лошадь твоя тоже была умной и храброй. Я верю, что сын твой станет таким же прекрасным возницей. Если вдруг еще придешь в белую церковь, загляни ко мне. Да зарит нас белый свет. Глоя, глава защитниц. Короче, это коняшка, да? Я думал, она будет нас теперь возить с вами. Так, если что, двойной прыжок у нас есть, поэтому нужно быть готовым ко всему. Ага, смотрите, в воздухе она наносит меньше урона. Так, ну ее же подбитый, я смотрю. Так, не вижу пока смысла. Видите? По сути, они идут в мою сторону, где я нахожусь. Так, мне уже третий уровень, но мне ничего такого прогрессивного не дали. Так, мерцающие цветы. Загадочные цветы, попадающие на пути, могут помочь лилии путешествии. Так, красные цветы или... Красные цветы. Если срезать красные цветы, пропитанные скверной, восстановить количество используемого духа. Белые цветы. Если срезать белые цветы, излучает защитную магию, восстанавливает количество молитв. А, ну она меня просто, считай, отхилила. Блин, вот плохо то, что здесь... Так, я забыл, что красные цветы дают. Не, ладно. Оу. Поспешил. Сам виноват. Сам виноват, что спешу. Но я пытаюсь пока что не использовать магические. Плохо, конечно. О, подожди, что-то есть. Нет. Ладно, давайте... Не попробуем. Если я левелапнусь. Эх, вы заразы. Ну да, видите, цветы просто восстанавливают нам. Так, четвертый уровень чего-то непонятного, что я даже использовать не могу. Так, давай, слизень, ты тоже на меня прыгай. Сюда мне пока что не залезть. Так, это нужно чем-то разбивать.
О, в смысле? Ты откуда вылез? Хе, злобные червячки. Оу-оу-оу! Мальчик! Так это дети? Минус босс, да? Помоги мне, больно. Очистить. Так, душем, мальчик. Взлетает на горы и разлетающие при его приземлении камни наносят урон окружающим врагам. В суматохе, наступавший из дождя, мальчик из красивой деревни отстался от матери и направился в Белую Церковь за помощь, но так и не добрался. Окей, это типа у нас есть в игре мини-боссы, да? Добро. Ну, смотрите, мы с вами мини-босса встретили. Ну, блин, плохо то, что я бил и не смог почему-то увернуться. Хотя я уворачивался, пытался. Так, два прохода. Так, ну плавать, походу, мы еще не умеем, потому что поэтому вниз нам точно не нужно. Лавочка. Подожди, что-то приближается. Видимо, последовал за нами. У нее нет сознания, но, похоже, твой амулет привлекает ее. Может, некогда она слышала белые жрицы? Похоже, она будет помогать тебе. Все-таки белые жрицы современно особенное что-то там. Хе, у нас новый помощник. Походу, это быстрое перемещение все-таки. Разблокируем, да, быстрое перемещение. Так, духи. А, взлет на горы. Так, давай посмотрим, как ты работаешь. Ага. Ну, на боссах я буду все использовать, поэтому нормально. Так, вот это тоже нужно не забывать сохраняться, потому что здесь, походу, автосохрана нету. И давайте сразу, как я и говорил. Как я говорил, быстрое перемещение, посмотрим, что будет. Также мне нужно узнать, что же будет. Так, я сюда, да, хотел. Нам, по сути, на левую часть. Ну, быстренько пробежимся тут, недалеко. Мне лучше бы скажите, когда я уровень апну. Ну, 70. Ну, в принципе, если смотреть, сколько использований. Ну, это, смотрите, это все дело можно комбинировать, поэтому это неплохо. Если можно комбать, то почему бы и нет? Так ведь? Тупые злюки, отстаньте от меня. Так, это вот здесь, да, у нас проход наверх? А, блин, походу это... С крыши я должен падать. Ну ладно, давайте на паузу, я туда сбегаю.
А, смотрите, а я этого просто тогда не замечал, да? И мы просто обратно ж не возвращались. Все убитые враги только восстанавливаются после того, как мы отдыхаем у костра. То есть... Ну, я помню, это в прошлой серии мы читали. Но все же. Но тогда это удобная вещь. Типа ты можешь осторожно все зачистить, потом можешь просто смотреть, ходить, лутать. Ну, главное, конечно, чтобы тебя не убили при этом. Так, ладненько, давайте тогда отправляемся. А, там еще у нас... Блин, мне походу нужен чувак, который... Сильный. Полетели. Либо походу спуск вниз это здесь. Белое писание. Воины на защиту королевства встали. Насколько не были они осквернены, те все равно поднимались, будто умереть и не могли. Одно лишь дева в белых одеждах с золотыми волосами смогла сберечь королевство. Вознесла она молитву, и оскверненные в раз упали и не двигались больше. От скверны очистились. Люди же тут же деву белой жрицы нарекли. Прочитали ее словно богиню. Короче, мы считайте теперь с вами богиню. Так, у нас есть проход направо, но есть развилочка вниз. Если есть развилочка вниз, лучше сразу в нее сходить. Блин, ну мне все равно кажется, сюда пока что рано из-за того, что... А, ну подожди. Дремучий лес. Довольно сильно затоплен. О, нихера ты с автонаводкой? Так, а можно... А, там все равно, смотрите, закрыт проход. Хотя посрать. Я понял. Походу, все-таки эта локация для меня еще рано. Потому что они меня... Ну, хотя меня те тоже почти убили. Ладненько, просто запомню, что там закрыта пока что территория. Ну, в скобочках она открыта, просто... Ой, короче. Пойдем пока что по прямой, потом, если что, на колеснице приедем. Просто там все чуваки на дальнюю. Ясно. А можно без автонаводки, пожалуйста? Так, вот это плохо, то, что они с автонаводкой. Ой, найс. Когда получил урон? Ладно, отхилился. Не беда. Наверх не забраться, нужен тройной прыжок. Скалистая деревня. Кажется, раньше здесь была деревня. Кажется. Так, спуск вниз есть. Где-то. О, что-то дали. Какую-то душу. Шестой уровень. Когда я смог хоть что-то прокачивать? Вы мне это скажите. Блин, видите, плохо то, что на карте не показывается, где ты сам хотя бы находишься именно в данный момент.
Окей. О, сейчас бы так под урон попадать. Так, ну давайте лучше вниз. Главное вовремя уворачиваться. Опа. Ништячок какой-то выпал. Плюс хпшка. И все, да? Так, ну я сейчас на ту сторону все равно сбегаю, посмотрю, что там. Вот так вот. То есть, как бы я ни хотел, туда я не могу попасть. Значит, мне нужен либо тройной прыжок, либо мне нужен... чтобы я умел парить. Типа, пока что у меня двойной прыжок. А дальше, скорее всего, смогу парить, как белая жрица, то есть ангел, да? Бешеные собаки. Вот что это дается мне? Ну да, походу в прыжке я... все, выбраться смогу, хорошо. Моя дочь, ставшая хранительницей в подвале... Так, Северна Волем. Можно использовать для усиления духа. Оо, то есть мы улучшать можем своих союзников. Остатки скверны из очищенного скверненного скверна поля, оседая и скупая слабый свет. С ее помощью вместо отдыха можно усиливать духов. Так, ну здесь новое же, нам нужно научиться плавать. Если я начну плавать, я сразу начну с грибных полянок тех. Вот, блин, я хочу его достать, но я не могу. У него тоже скверненные вот эти частицы. И здесь... А, я думал, я смогу здесь лазить. Ну, еще скверненные частицы. Пипец, у меня уже 7-й уровень. Ну а результат чего? Тут нету самого такой как бы прокачки. Что ли? Не, походу я смогу достать. Не, не смогу достать. Ну, в принципе, о чем я говорил, тут нужно научиться париться. Хотя, с другой стороны, так быстрее просто попасть на другую сторону. Ладно. Так, сначала направо пойдем. Мне не нравится то, что у них с автонаводкой, блин, пуля. О, нифига себе!
Допустим. Так, по идее, я также могу... А, видите, здесь мне нужен прыжок-удар. Ну ладно. Ну хотя, открою себе путь. И то нормально. Да, видите, я ему стамину ломаю, да и все. Дождь поглотил все. Еще скверно болим. Так, ну там что-то походу хорошее может лежать. Жалко, что метки нельзя оставлять. Но я бы, если так, если можно прокачивать духов, а значит мой основной чел это тоже дух, я буду основного чела своего прокачивать. Типа, почему бы и нет? Не улетишь. Все, минус стамина, паренька. Ой-ой-ой. Ну вот снова, мне нужно... Минуточку. Вон туда я уже сбегаю. В сундуках может быть что угодно. Ага, так нельзя спрыгнуть. Ну зато я так могу спрыгнуть. Реликвии. Музыкальная шкатулка. Немного снижает получаемый от врагов урон. Это очень хорошо. Сломанная музыкальная шкатулка с прерывающими звуками старой колыбельной. На шкатулке написано: «Любимой доченьки, увидимся во сне». Самое странное, что здесь я не могу нигде найти этих. А, как они называются? Лавочек. Сколько мы уже пробежали, а лавочек нигде нету. Там хижина. Давай отдохнем. Я не против. Прочесть. Записка священника. После появления оскверненных в запредельных многие религии, а запредели многие религии, включая и нашу религию Святого Пути, быстро пришли в упадок. Люди в поисках надежды собираются под... сенью белой жрицы. И так зарядилась беловерием. Так, оказывается, нам не только лавочки надо, а любой, где можем посидеть. Но это все равно наподобие Hollow Knight. Вот ли дух можно... Так, реликвии. Давайте сразу реликвии. В смысле? Ну, пускай так, окей. Так, скверна боль у нас 30-ка, скверна ярость у нас 3-ка. 7-й уровень. Да, карта здоровая. В смысле, я не могу переключаться? Я не могу, прикиньте? Оказывается, только на лавочках можно ездить. Литба в определенных местах. Так, усиление. Стоп, а что ты вышла? Так, во-первых, сохранится усиление. Так, у каждого есть 6 уровней. Первый уже изначально, то есть я могу прокачать еще 5. Не хватает души древних. Понятно.
Собирать остатки души можно, усилить оскверненные души. Души древних. Почему я не могу тебя улучшить? А будет написано... Окей, перезарядка 4 и 5. Ага. Больше атаки. Быстрая перезарядка. Ну, пускай будет больше атаки, пока лучше придержу. Типа, червяк мне не так уж и нужен. В глубине, кажется, есть еще дорога. Посмотрим. Ну, в глубине деревушки, ты имеешь в виду? То у нас уже тут здоровая локация. О, нифига там развилочек. Полетели. Так, хорошо. Сразу наверх. Пойдем по низу. Наверху есть еще дорога. Хм. Ну ладно, я думал, внизу есть куда упасть. Ух ты ж, ё-моё. Я понял тебя, приятель. Монатя глупый. Только урон впитал. Тупые птицы. Ну им, конечно, нормально же пулять, падлы. Так, а вот насчет СТ, ну-ка. Нет, тут походу нужен тройной прыжок, либо... Ворона-убийца, сука. Мне так не залезть. Хо-хо-хо. Взрывной типок. Ну блин, у них стан вообще какой-то мизерный. Так, осколок амулета забираем. Давайте вниз сразу посмотрим. Ага, тут просто секретка. Я теперь звук ударов убиваю. Спасите. Пролетайте, благородный белый свет. О, я понял. Хорошо, что я все-таки сразу же изначально не решил не падать вниз.
Так, вопрос только для чего? А, типа сокращение пути? Но не очень-то он, так сказать, выгодный. Так, там еще была куда-то путь в дом. Наверное, получу в доме мини-босса. Я бы уже на этом закончил, на самом деле, после того мини-босса. Так, ладно, сразу отхились. Кто знает, что может быть внутри. Торговец Запада. Нахера ты хилишься? Я хотел еще хоть бы раз увидеть со своей женой и дочкой. Да, мини-босс все-таки был. Но мы двух мини-боссов с вами сочетали, сразили. Торговец с Западом. Дух торговца обнаружил врага, издалек атакует его. Торговец из страны, лежащей западнее Запределье. Ему нравилось радовать жителей Запределья своими диковинными товарами. Ну, тогда мы его использовать будем. Ну так, ну если так смотреть, там еще что есть. Но я еще не могу туда попасть, наверх. Ладно, тогда идемте сохраняться и на этом заканчивать. Не повезло нам. Ну хотя... Ну вот это херовый. Он только наносит урон, когда приземляется. То есть здесь нужно держаться на расстоянии от врага. Поэтому... А давайте как раз я посмотрю, может он бесконечный? Использование 50. Ну, блин. Если он не бесконечный. Ну, его спамить можно постоянно будет. Ладно. Давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим, хотя... По сути, здесь есть быстрое перемещение, но оно как-то не работает, что ли. А, все, подвал, коридор сбора, путь святых, развилка, разрушенная хижина. Теперь все работает. Странно. Так, духи, реликвии. Так, ладно, давайте тогда, думаю, с вами... О, я ж могу еще усилить. Усиление атаки. Повышает перезарядку. Усиливает атаку. Ладно, пока не буду ничего делать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.